Здравствуйте, дорогие друзья! Слышите? Качает музыка, светит солнышко, Юра в шортиках и маечке. Это значит, что жизнь на GMT начала кипеть. Сегодня на календаре уже 27.05.2022 год. И мы вместе с вами сейчас сделаем быстренький обзор по Джиматинскому проезду. Я думаю, что будет интересно, тем более мы давно на нем не были. Начнем от роты ДПС. Возможно, вечером надо уже выйти сюда и на ночную прогулочку со стабилизатором, так сказать, посмотреть по сторонам. Ну, друзья, вам всем желаю хорошего настроения, приятного просмотра. Подписывайтесь, не забывайте. С левой стороны запустились тиры. Здесь работает у нас детский городок. Запустился полностью парк аттракционов. Тут вот самокатов на прокат можно взять. Вот так, друзья, приходит жизнь. Стоимость ребята 300 рублей. Здравствуйте. Мне чисто цены интересуют. 300 рублей. Время посещения ограничено. То есть сколько угодно можно ходить, да? Спасибо большое. Так, друзья, вот так вот. Это детский городок. Включает в себя такой вот комплекс поиграть. И пойдем посмотрим, сколько стоят вообще аттракционы сейчас. Самое важное, что все уже работает и парк запущен. Что еще может быть важнее? Спасибо, не надо. Привет, дорогой. Как ваша работа началась? Нормально, вот только открываемся. Слушай, люди есть уже? Ты не должен был этот вопрос мне задать. Ну вот, смотри, двое идут. Сейчас придут. Двое идут. Понял, со скольки до скольки работаете уже? Вообще-то с 10 до 10 пока что. Понял. Это позволяет. Постараюсь вечером забежать к вам. Хорошая работа. От души. Давайте посмотрим, какие цены в этом году по аттракционам. Думаю, что это тоже будет интересно. Вот. Можете увидеть. Если что, ставьте на паузу. Каких-то аттракционов, я так понимаю, нет. А все ценники вроде бы остались те, которые и были. Оплата только наличными. Это имейте в виду. Ну, и парк звучит и готов вас приветствовать здесь. Лучше музычка качает. Людей действительно пока еще маловато, но они, по крайней мере, есть. Здесь мы часто пили кофе. Допустим, посмотрим по ценам, что в этом году. Здравствуйте. Чуть-чуть. Как у вас, подорожало, не подорожало в этом году? Мороженка экспресс, он 90, американо 90, капучино 159, бутылка 189. Значит, бассейны заполнены водичкой. Думаю, что со дня на день запустится аквапарк. И я обещаю в этом году постараюсь сходить в него, если позволят финансы, и снять вам обзор. Потому что у меня пробел только с тики-таком. На все остальные аквапарки обзор канале имеется. Здесь есть прокат. У нас велосипедов, самокатов, всего, чего только может вам понадобиться. Велосипеды у нас по 300 рублей в час, 6 часов, 800 рублей в сутки. Самокат у нас от 500 до 700 рублей в час. А вот такие большие? Такие большие, ну, 700 рублей в час. Понял, спасибо тебе, хорошей работы. То есть магазинчики, там какие-то небольшие аттракциончики запущены, работают. Это такая неплохая шашлычка, столовая. Они еще готовятся только к запуску. Смотри, там появляется пицца-печь. То есть будут изменения в этом городу. Ну а мы идем на проход GMT-1, либо Джиматинский он называется. Если вы здесь отдыхали, друзья, обязательно пишите ваши отзывы. Понравилось или не понравилось, что было интересного, классного, прекрасного. Это все будет нам интересно почитать. Вот торговые палаточки с продажей разных курортных принадлежностей уже работают. Долина вина круглогодичная, здесь как бы все стабильно. Тут также работают уже торговые ряды с сувенирами. Экскурсии, пожалуйста. Вот он, пожалуйста, столовая, где, к сожалению, только готовится для работы в этом году. Продается куча одежды. Ну, потому что прям все практически заработало. Даже моя рыбная любимая точка функционирует. Здрасте! Здрасте! Я по вам скучал, прям честно. Ой, прям печально. Расскажите, что почем в этом году у вас? Все даром. Бесплатно? Приеди. Подынка. Не, почем? Клубничка, помидорчики, огурчики, скажите. Помидорчики 200 рублей. Огурцы? 100. Клубника? 300. Черешня? 300. Черешня с Казахстана еще, да, идет? Да, пока из Казахстана. Эти вот, персик. 350 и 300. 300. А лучок? 80. А армянский сникерс? Разный. Ну, от? 150. По-разному. Понял. Ну, хорошая вам работа. Дай бог сезона побольше. Чаечки продаются. Потом
А про косички. В этом году сделали здесь такую вот зону прохода. Да. С навесиком прям смотрится хорошо. Со скамеечками. То, что прям преобразился проход, я вам хочу сказать. Ах, Маша Медведя. Не работает пока, к сожалению. Но ждем открытия. С этой стороны автокемпинг, но там забор пока. Тоже не могу вам узнать. Ценники, что почему-то. Аптека, наверное, готовится к открытию. Они тоже полностью с лекарствами, то есть работают. Качают вот эту базу отдыха. Слышно анимацию, но людей, по крайней мере, не видно. В общем, движуха потихонечку идет, ребята. Продуктовый магазин появился. С той стороны у нас торговые павильончики разнообразные. Здесь готовятся, ребята, к открытию, только столовая. То есть по столовым пока тяжело. Но могу вам сказать, что вроде бы столовая рай работает. Я после обзора схожу, может быть, поем там и заодно сниму вам обзорчик. Но торговых площадей именно с курортным ассортиментом целая куча работает. Вот здесь я, допустим, понимаю, почему клубника стоит 300, аренда там и так далее. Почему на столовой... Здравствуйте! Вот так вот приятно здороваться. В общем, друзья, потихонечку все готовится к тому, чтобы запуститься и вас встречать. Ну, будем надеяться, что в дальнейшем будет только больше и быстрее, тем более вот отдыхающих. Мы вот с вами встречаем на проходе. Мне кажется, они сейчас все на море, потому что погода соблаговолит. Причем футболочек разных продается. И здесь всего-всего огромное количество, друзья. Что-то такой вздох был у девушки, которая торгует, как будто даже устала. Еще сезон не начался. Это продукты. Магазин мороженое, фрукты. А продукты тоже один напротив другого. Почти, ну, прям движуха такая идет плотная. Отдыхающие есть, и люди работают. И все потихонечку движется. Дошли мы до Белого пляжа. Здесь пивасик можно видеть почем. Но цены не подписаны еще пока. То есть, наверное, только открылись, готовы запускаться, но не совсем. Здесь выходишь, как бы хотелось бы какого-то прям вау благоустройства, но его пока нет. Единственный плюс, что снесли ролет, а то шалманчики, конечно, поднадоели. Все эти со всех сторон надо делать благоустройство, скамеечки, фонтанчики и украшательства разнообразные, чтобы люди ходили, чувствовали себя на курорте и хотели сюда возвращаться. Хотя, мне кажется, есть уже те, кто и вот эти вот шалманчики все полюбили и ради них приезжают. Температура почти 23 градуса показывает, то есть довольно-таки тепло. Единственное, что небольшой морской бриз дует именно с моря, южачок. Это большой плюс, говорит о том, что вода будет теплая. Может быть, даже сейчас выше 20 намерим. Отсюда у нас начинается пешеходная зона, душ-туалет. Туалет 30, душ 70, помыть ноги 20. Вот так вот на выходе есть вам предложение услуг. И наши любимые дюны. Прямо был проход, его пока еще не сделали, но уже лежат настилы. То есть, думаю, в дальнейшем заработает. В этом году здесь также Белый пляж разровнял территорию, огородили ее веревочками, поставили что-то, оно уже падает. В общем, и делайте, как я. Итак, кацы, ребят, это очень вкусно. Мы подходим все ближе к пляжику. Левая сторона, кстати, там один из моих знакомых уже долгое время содержит лежаки. Мы с ним познакомились на пляже, тоже он убирает, мусорки ставит, молодец. Пока еще вроде бы не запустился. Здесь можем видеть, что детская зона такая, отдыха, чтобы ребенка сдал и пошел искупаться. Имеется, но пока она, ну, не вижу, по крайней мере, у кого поинтересоваться, что почем. Хотя здесь прям большими буквами все написано, цена 200 рублей, время не ограничено, можно еще дня уходить и приходить. Ты заплатили 250, и, пожалуйста, ребенок у вас может там находиться. Все остальное слово читайте. Вот он, пожалуйста, загорающие люди, переодевалочки, мусорок. А нет, вот, смотрите, вон там стоит одна мусорка. Ну, собственно, осталось узнать только, почем лежаки. С той стороны, там, где всю дюну застроили, лежаки были в прошлом году там по 700 рублей. В этом году у меня даже нет желания сходить спросить, почем они там стоят. Отдыхающие немножко, но есть. Можем видеть, что действительно пляжный сезон уже пошел. И отдыхают, и детки играют, бегают. То есть какие-то элементы уже курортного отдыха есть. Лежачки сказали, что по 200 рублей на весь день можно снять. Все довольно-таки симпатично. Первый топлес загорающие дамы на пляже. И, конечно же, нас интересует очень сильно море. Вот мужчина только вышел. Если думаете, он один, он, пожалуйста, с той стороны. Смотрите, сколько людей купается. И какая
чистейшая просто водичка. Ну, давайте ножками сначала прощупаем. Ой, как классно, а? Просто шикарно. Температура моря 19,6, но думаю, сейчас пора подняться вверх и посмотреть на все наши любимые пляжи именно с высоты птичьего полета. А потом пойдем купаться.
Какое море чудесное, температура классная. Как это показать получше? Немножко есть попадание. Здесь немножко кафедра. Ну, вроде бы не так сильно и критично, ребятки. Не буду комментировать, просто идем купаться, вода теплая, море вот такое. Хочется просто получить эмоции. Девчонки купаются, делают селфи, дети купаются. В общем, отличная погода, прям резко пришла, ну как жара пришла, лето в Анапу. И за счет того, что у нас вот мелководные пляжи, они очень быстро прогрелись, прям очень быстро прогрелись. И стало купаться здесь довольно-таки комфортно. Я вчера был на пляжике 800 ступеней, и там ветер ударяется о скалу, и он не создает, получается, никакого вообще движения ветра, и там температура была воздуха плюс 30. Сегодня здесь плюс 23, море плюс 20. Наконец-то. Слушайте, дальше обещают еще даже, к выходным будет еще теплее, еще горячее будет воздух. У нас обещали дождь, он опять не сбылся, слава богу. Меня это прям очень радует. Ну, давайте. Блин, какое море, кайф. Я просто счастлив, ребят, что я могу показывать наконец-то хороший, годный контент. Сейчас занырнем. Ощущения будут просто пушка. Ох! Ох! Фантастик. Ну и давайте покажу, как там под водой. С детками вода действительно очень классно, и этим она поясывается, то что резко и бас тепло, хорошо и прекрасно. Ребят, приезжайте обязательно, не обязательно к нам, если не подумайте, что там пиарю, там мне важно, чтобы приехали, все равно выживем, денег замутим, найдем их. Кстати, хочу поблагодарить всех за донаты. Вечером будет стрим, расскажу, куда все, что насобирал, потратил. Детки пищат, но лезут, как говорится. Никто не побежал обратно. Вода шикарная, действительно шикарная. В общем, все. Всем пока-пока. Нет, не пока. Море, дорогие друзья.